что по итогу 2,5 дней пребывания в новом месте с ребенком? Да, блин, ничего. Ничего не меняется, ребенок чувствует себя прекрасно, он уже освоился, немножко капризничал и плохо себя вел только в первый день, когда он не совсем понимал, где он находится, что происходит и почему. А сейчас он уже полностью освоился, он уже все знает, все понимает, он прекрасно спит, прекрасно засыпает, плохо засыпал только в первую ночь, потому что мы спим все вместе, он привык спать в своей кровати. И это немножко тяжело ему далось. Но в принципе, сейчас все норм, он хорошо себя чувствует. Я ожидала, что будет тяжелее. Посмотрим, что будет дальше. Чувствую, что уезжать отсюда мы будем со скандалом. Ребенок по-прежнему занимается своим любимым занятием – киданием камней. Он полные руки нагреб, теперь не знает, что с ним делать. Иногда в горах отдых может быть не хуже, чем на морях. Кто-то купается, кто-то кидает камни. А мама в куртке сидит и контролирует меня. И кофе. Утро начинается не с кофе, а с раскладывания по местам помытой посуды. А потом будет кофе. Доброе утро. Ох. Рома. Тебе нравится качелька? У ребятенка жизнь удалась. Гамак на дереве. Вернее, под деревом. Под яблоней в тенечке. Релакс. Вот что еще надо для счастья и хорошего отдыха? Птички прыгают. Я не знаю, что это за птичка. Ну, может, знаю, но просто не вспомню. Единение с природой. Наковыряй. Да. В общем, у ребенка тоже единение с природой и со всем прочим. Да. Ну и, собственно, сегодня у нас какой? 4-й, по-моему. Нет, 3-й день. Или 4-й. Неважно, короче. Какой-то день, очередной день, в общем. Начался он с того, что за окном солнышко, очень будет классная теплая погода. Это утром в горах холодно, поэтому я еще хожу в кардигане, но по факту сейчас солнце зайдет чуть выше, и все, и уже будет жарище. Мы собираемся сегодня ехать на водопад. Там, в общем, как раз для ребенка экскурсия, по крайней мере, для нашего ребенка, который любит потопать. И, в общем-то, все. Вот ему надо ходить и все. Как раз это будет для него очень хорошая экскурсия. Пройтись, красивая природа, очень красивые ущелья, очень шикарный водопад. Я надеюсь, что будет не очень много людей, когда мы там были в прошлый раз, было очень много народу, и там надо было стоять в очереди, чтобы сфотографироваться. Поэтому да. Это Женецкое ущелье, одно из красивейших мест украинских Карпат. Оно расположено в 15 километрах от города Яремча, сразу за поселком Макулыча.
Через ущелье проходит дорога, которая ведет нас к одному из самых красивых и ярких водопадов – водопаду Гук. Две трети пути мы можем преодолеть на автомобиль. Еще же 1,5 километра нужно будет пройти пешком. Ну, просто шикарнейшим и очень красивым местам. Сам же водопад высотой в несколько десятков метров, и он просто завораживает собой. Есть две площадки, с которых можно наблюдать водопад. Это внизу, куда, собственно говоря, спадает вода, и верхняя смотровая площадка. У этого водопада есть один лишь единственный минус. Это огромное количество туристов, которые ежедневно и ежечасно приезжают полюбоваться водопадом. Так, кстати, что касаемо отдыха с ребенком, вот чего я боялась и как бы как мне, о чем я переживала. Во-первых, я боялась, как ребенок перенесет дорогу. Да нормально он ее перенес, главное, чтобы в машине было более или менее прохладно. То есть, если в машине становилось жарко, он капризничал. Если в машине становилось прохладнее, то есть открывались окна, все супер, все отлично, ребенок прекрасно себя чувствует. Дальше, как он освоится на новом месте? Я не знаю, как другие дети, но моему ребенку вообще все пофигу. Главное, чтобы мама с папой были рядом. Мы есть, и все отлично. Он себя хорошо чувствует. Уже на второй день он был здесь как дома. И капризничал точно так же, как дома. Что касаемо сна, тоже. Он спал плохо только в первый день. Потом как-то освоился, привык. И, в общем-то, его уже все устраивало. Меня тоже все устраивает очень хорошо. Еда. Вообще никаких проблем нету. Вещи тоже. Смотрю, что взяла некоторых вещей немного лишних, можно было не брать. Но это условности. Вот мне не хватает, допустим, обуви. Мне надо было забирать всю его обувь, которая у меня есть. То есть это мокасины, кроссы, сандалии и резиняки. А в конечном итоге мы взяли только кроссы, сандалии и резиновые сапожки. Нужно было еще забирать мокасины, потому что вот вчера он прошелся. В город ездили, пробежался по фонтану, по лужам, и все, и кроссовки мокрые, и он остался как колхозник в носках и сандалиях. В общем, выглядело это крипово. Ну, куда денешься? Рома? Вот, как бы касательно каких-то гигиенических процедур, все абсолютно нормально, в общем-то, все легко и просто, если, ну, выбирать условия, то есть изначально, чтобы были хоть какие-то условия для ребенка, то есть если вы, ну, не любитель походов с палатками, то, как бы, выбираем условия для себя. Вот я не любитель, я выбрала условия, чтобы был там душ, туалет, кухня, все отлично. Все норм. Так что, в общем-то, мои страхи вообще, как бы, они не справдились. Рома катает маму. Вот, не один практически, я очень довольна, я теперь буду с удовольствием куда-то ездить с ребятенком, может быть, ещё куда-нибудь поедем. Мне понравилось. Очередной день прошел очень-очень быстро, очень-очень насыщенно и интересно. Уложила детеныша спать, сама сижу в местной тип курилки, на веранде жду, пока он заснет, чтобы спуститься вниз, пойти покататься на качельке. Эх, одно плохо. Чем дальше, тем быстрее проходят дни. Тем ближе отъезд домой. Жаль. Но все равно еще есть 3 птички. Еще есть 3 дня. Нужно ими насладиться по полной программе. Поэтому всем спокойной ночи.